Мир изменился. И теперь студентам дают шанс сделать невозможное. Поучаствовать в той самой Олимпиаде по испанскому языку. Многие считают, что это будет сложно, что выиграть может только тот, кто не спит ночами во имя победы. Но все это ложь. Знаешь испанский на уровне B2C1? Всегда хотел проверить свои знания, но боялся. Сейчас время пришло. Сдаться может каждый. Это легче всего на свете. А вот настоящая сила кроется в том, чтобы продолжать бороться, несмотря ни на что. И даже если есть малейший шанс, вы обязаны воспользоваться им, проверить свои силы и любой ценой достигнуть цели.